В Екатеринбурге, не выходя из комы, скончался боксер из Кемерово. 27-летний Роман Симаков пострадал после поединка со спортсменом Сергеем Ковалевым. Бой прошел в Екатеринбурге. Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился досрочной победой Ковалева нокаутом в 7-м раунде. Симакова увезли в центральную городскую больницу Екатеринбурга. Несмотря на предпринятые врачами меры, сегодня утром спортсмен скончался, не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти явились тяжелая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. По этому факту организована следственная проверка. Добавлю, что на профессиональном ринге Роман Симаков выступал с 2008 года. За это время он провел 22 поединка, в 19 из которых одержал победы. Симаков занимал 10-е место в рейтинге по версии профессионального бокса WBC.